Здравствуйте, это «Рынки позиций», в студии Елена Крупова. Битва фундаментальных и технических экспертов ежедневно продолжается в прямом эфире телеканала РБК. Михаил Хлестунов, руководитель Московского департамента аналитики группкомпании «ФИБА», представляет команду технического анализа. Команду фундаментального поддерживает Артем Деев, ведущий аналитик брокерской компании «Амаркетс». Давайте посмотрим на предыдущие рекомендации и как они сработали. Команда технического анализа делала патриотичную ставку. Во-первых, вы могли приобрести этот актив на срочном рынке Московской биржи. Покупка фьючерса на доллар-рубль с 3.18 была рекомендована. Здесь случилась бы небольшая умеренная просадка по закрытию торговой сессии, но, соответственно, команда фундаментального анализа также делала ставку на валютный инструмент, на инструмент валютного рынка, правда, на Форекс. И вот здесь валютная пара британский фунт, американский доллар была бы рекомендована к покупке с доходностью 0.34%. Она сработала, и мы понимаем, что именно у фундаментальной команды доходность по закрытию приносит ей дополнительный балл. Сейчас счет сравнялся 1-1 с начала текущего года. Продолжают лидировать с отрывом в 4 шага, 8-4 наши технические эксперты. Давайте сейчас сразу тогда обсудим, вот опять же, Артем, как вы смотрите на российский рубль против, например, американского доллара. Мы говорили уже в начале текущей недели, что и налоговый период, и многие другие форматы, но мы же подходим к февралю, когда могут быть введены санкции. Здесь приток, о котором мы говорили накануне с вами, о том, что он превысил миллиард долларов, может смениться оттоком. Какие риски мы видим на горизонт, может быть, более дальний, чуть более дальний? Но на самом деле риск здесь только один – не воспользоваться сейчас текущими уровнями и не сделать ставку на дальнейшее укрепление доллара против рубля. Это ни в коем случае не, скажем, камень в адрес рубля. 56.30 мы от этого уровня можем вполне себе покупать американский доллар. Я считаю, да, поскольку в качестве основных негативных причин, которые традиционно должны влиять и обычно влияют на поведение рубля, это вот санкционная политика, вот этот кольцевой затяжной санкционный трек со стороны Запада. Это постоянный негатив, который оказывает настроение самое худшее влияние. А что касается основного триггера, то это, безусловно, классика жанра. У нас котировки нефти, которые сейчас, как приклеенные, находятся на отметке 70. Но мы понимаем, что тот позитив, которым сейчас пытаются оправдать, то, что нефть не падает, это не такой уж и существенный триггер. То есть можно поспорить еще с этими аргументами. Вот, а кстати, вот в чем ваши спорные аргументы бы выразились? Ну, потому что вот я активно слежу за новостными сводками, которые касаются того, что происходит на нефти. И в качестве основных причин, которыми можно оправдать то, что нефть не растет сейчас, это якобы звучащие разговоры о том, что участники энергетического пакта могут продлить сделку за пределы 2018 года. Но мы понимаем, что здесь палка в двух концах. И Ближний Восток, если будет и дальше лоббировать идею того, что они хотят действовать и делать все возможное для балансировки рынка, они просто откроют дорогу для американских производителей еще больше, которые и так уже претендуют на то, чтобы потеснить Саудовскую Аравию и, возможно, даже Россию. Ну да, мы на первом месте пока находимся по уровню добычи, на втором месте Саудовская Аравия, на третьем месте уже Соединенные Штаты. Я вот даже приведу пример, то, что Международное энергетическое агентство прогнозирует 10,4 уже до конца первого полугодия. И это даже больше, чем Россия сейчас добывает, если верить данным Джонкину, например. Это потенциальное первое место у Штатов. И, конечно же, на фоне таких показателей снова будут актуальны риски перепроизводства и недостаточного спроса. Поэтому нефтянка пойдет вниз и потянет за собой рубль, соответственно, в плане девальвации. Ну вот мы всегда в обсуждении так или иначе скатываемся к нефти. Михаил, но давайте немножко посмотрим на то, как внешние контрагенты смотрят на российский рубль. И в частности, Société Générale говорит о том, что, например, курс рубля вскоре может возобновить рост, на этом можно заработать, что в ближайшее время будет пытаться наверстать отставание от нефти и, пользуясь спросом на фоне благоприятной динамики сальдо счет текущих операций России, можно ожидать и повышения кредитного рейтинга. А это всегда будет плюсом для российской экономики. Вот что вы думаете? Я понимаю, что вы представляете другой немножко фланг технических экспертов, но вы наверняка в информационном поле тоже существуете. Безусловно. Стоит отметить, касательно российского рубля, очень интересный такой момент. Есть очень популярный фонд, ориентированный на российские облигации, это Emerging Markets, iShares Emerging Markets, JP Morgan. Он декларировал о том, что приток инвестиций в этот фонд, то есть, грубо говоря, опосредованных инвестиций в российские облигации, облигации от братьев до России и так далее,
увеличился по сравнению с декабрем в 8 раз. Вот. Но он также будет сокращаться, когда будут санкции введены против российского суверенного долга, потому что iShares в первую очередь связан с американскими инвесторами, которые попадают под санкции и должны будут эти огромные объемы скидывать. Это можно учитывать, но на текущий момент это пока только вербальная интервенция. То есть, от уровня 56.30 не стоит покупать? С точки зрения технического анализа, если говорить, мы не зря делали ставку на покупку доллара США, потому что это четкая отработка уровня. То есть да, у вас была котировка в 57 тысяч, это по фьючерсу, соответственно, ждем вот таких уровней. Ждем пробития и дальнейшего роста, потому что коррекция должна быть однозначно. А вот скажите, пожалуйста, сегодня, например, мы в очередной раз обсуждаем судьбу банковского сектора, который очень чувствителен к динамике российской валюты. В частности, в лидерах роста сегодня бумаги Банка Возрождения, плюс почти 13%, привилегированные акции этого банка растут на более чем 3%. И связано это с сообщениями о том, что в ВТБ может рассмотреть возможность покупки Возрождения. Об этом заявил глава этого банка. Скажите, пожалуйста, как сейчас будет, например, банковский сектор себя чувствовать в зависимости от курса рубля? Или наоборот, курс рубля в зависимости от того, что будет происходить в финансовой системе России? Давайте сначала о Возрождении поговорим. В первую очередь стоит отметить, что эта история связана еще с Промсвязьбанком, который недавно санировался. А вот, между прочим, Минфин России пока не видит необходимости объединять Промсвязьбанк с другими в рамках оборонного банка. Я напомню, что как раз ему специализацию такую придумали, об этом замминистра сегодня сообщил. Опять-таки, это всего лишь вербальная интервенция. Промсвязьбанк действительно входит в десятку системно значимых банков и не требует каких-то там резких колебаний. Тем не менее, история негативная. Если говорить об облигациях, они номинал их просел, субординированные облигации у них списаны. Вот. И собственников Промсвязьбанка, аффилированных лиц, принудили распродать Возрождение. Вот, объявили о том, что кто-то хочет купить эти акции. А сейчас стоит входить в бумаги Возрождения на таком росте, например? В любом случае, стоит дождаться коррекции и совершать сделки всегда из коррекции. Если вы совершаете сделки на пробой, такой термин есть, то есть рост 13%, вы рассчитываете сразу, что этот рост продолжится. Такого не бывает. Ну, может быть, наоборот, как-то в короткие позиции необходимо, уже пора. Вообще, если говорить о банковском секторе, то его ждет довольно сильное развитие. А вот вы считаете, Артем, что именно сильное развитие будет в банковском секторе России? Я бы все-таки не стал на это делать ставку, потому что у нас только лишь голословные заявления отдельно взятых представителей, звеньев, скажем, банковской системы. Все-таки возвращаясь к вопросу о том, действительно ли этот сектор, который можно рассматривать с точки зрения интересных. Здесь лучше поискать, если уж прям совсем хочется поработать с этим сектором и не хочется обращать внимание на то, что с ним может случиться в случае, если рубль даст слабину. Лучше поискать бумаги, за которыми стоят очень интересные дивидендные истории. В банковском секторе есть такие? Если вот только вот мы прям буквально общались с коллегой, возможно, на перспективу это Сбербанк. Mm-hmm. Сбербанк и без того не имеет, скажем, проблем с... Потому что это львиная доля российского рынка и оборотов в совокупности с «Газпромом» превышает уже 70%. Да, видимо, они действительно могут, скажем, гордиться такими результатами и могут обещать и гарантировать хорошие дивидендные истории. Давайте тогда посмотрим на сегодняшние моменты сегодняшнего инвестирования. И, пожалуйста, Артем, начинайте, рассказывайте, что рекомендуете. Ваши 2 минуты. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня я предлагаю сделать ставку на тот рынок, который не оставляет никого равнодушным. Это рынок криптовалют, и поговорим мы о родоначальнике всей криптоиндустрии, о биткоине. Не самые лучшие времена сейчас для этого инструмента, если смотреть за дневной динамикой. И есть, конечно же, фундаментальные объяснения. Они связаны с тем, что Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает активно закручивать гайки. В частности, последние решения, которые предполагали ввести дополнительный запрет, к примеру, на пользование сайтов, это отдельный акцент на Китай, который традиционно является либо бустом, либо негативным фактором для, собственно, биткоина. Запрет может коснуться и работы мобильных приложений,
которые специализируются на предоставлении услуг как бы централизованной торговли, не централизованной системы. Также эти ограничения могут коснуться еще и провайдеров кошельков для хранения криптоактивов. Плюс ко всему, Китай выступает против майнинга биткоинов на территории Китая, поскольку эти процессы характеризуются повышенными энергозатратами. Это усугубляет весь новостной фон. И в качестве еще нескольких причин, которые, на мой взгляд, сейчас будут очень актуальны, почему рынок криптоинструментов может оставаться под давлением. Есть версия, что распродажи, которые начались неделю назад, были связаны с экспирацией фьючерсных контрактов. У нас есть, скажем, ведущая биржа, есть еще и биржа форвардных контрактов. Это, соответственно, SME. Фьючерсный контракт экспирируется уже в эту пятницу. Если трейдеры будут правы, и в принципе правы, то распродажи будут продолжены и после пятницы. И сделки на бай лучше рассматривать только лишь по истечении этих выходных. Текущая котировка 10792. Это если мы смотрим по Bitfinex. Стоит ли? Я думаю, сейчас можно взять, продать этот актив и поддержать, конечно же, в рамках дня, но в идеале бы до 8 тысяч. Так, хорошо, присаживайтесь и рассказывайте нам, каким образом можно открыть короткую позицию. Но это мы говорили о фьючерсах или все-таки о традиционном биткоине, который тоже можно шортить? Да, я говорил о классическом биткоине. Ну, каким образом можно открыть эту позицию? Это можно воспользоваться контрактами на разницу, CFD-контракт. Я думаю, что те, кто давно присматривается к этой индустрии, прекрасно понимают, что возможности колоссальные сейчас использовать не только тренды, которые до этого развивались, растущие, но и уже столкнуться с корректирующимся рынком. И непонятно даже, где можно заработать сейчас больше. Да. Хорошо, а где хранить? Вот вы говорили, что на провайдеров кошельков тоже может негативно отразиться текущая ситуация. В двух словах, вот что за кошельки? Как хранить-то, собственно? Ну, это все зависит от того, что для каждого криптоинвестора большим приоритетом является. Все-таки иметь возможность в любой момент пользоваться этой криптовалютой, это горячие кошельки, другими словами. Либо постоянно переживать за то, что кошельки могут быть подвергнуты хакерской атаке, и, соответственно, средства могут просто перетечь куда-то еще. Тогда холодные, холодные кошельки. Да. Да, это вот что-то типа USB, да, вот такой, на флешечке, да, которую нужно положить в сейф и забыть. Да, все правильно. Ну, хорошо. Мы завтра продолжим это обсуждать, потому что осталось совсем мало времени, и нужно будет Михаилу рассказать о его рекомендации. Пожалуйста, выходите. Добрый день, трейдеры, инвесторы. Сегодня мы с вами совершим сделку по покупке американского доллара против канадского доллара. Мы не будем использовать фундаментальный анализ, не будем использовать классический технический анализ без трендовых индикаторов, осцилляторов, потому что они уже давно не работают. Игра наугад? Это новая фишка позиции? Согласно теории Доу, цена ходит от уровня к уровню. То есть мы основной акцент делаем, конечно же, на уровне, на этом инструменте. Стоит отметить, что сейчас у нас цена колеблется, она пробила значение на этом инструменте 1.24, ушла ниже. 1.23.62. Да, вот совершенно верно, да, ушла ниже. С 15, 16, 19 января и, собственно, сегодня этот уровень тестировался, он пробился. И сейчас рисуются на таймфреймах малого порядка, рисуются свечи, сигнализирующие его сигнали на покупку. Мы покупаем с текущих. 23.60 уже. 23.60. Стоп мы ставим за локальный лоу в район 23-й фигуры, 1.23.20. Основной целью по нашей сделке мы считаем 1.24.90. Это максимум предыдущей торговой сессии. И у нас есть некий промежуточный результат. Потому что помните, что всего лишь 20% вашего успеха – это трейдинг и анализ. 80% вашего успеха – это риск-менеджмент. По достижению промежуточной цели 1.24 ровно стоп переносится в безубыток, чтобы минимизировать свои риски. Спасибо огромное. Итак, стоп без убыток. Мы завтра предлагаю разобрать это на примере вашей сегодняшней рекомендации, как переносить стопы. Присаживайтесь, пожалуйста. Ваше время истекло. И напомню, уважаемые телезрители, свои вопросы и комментарии вы можете присылать нам на адрес электронной почты battle@rbctv.ru. Команду технического анализа представляет Михаил Христунов, руководитель Московского департамента аналитики группы компании FIBA. Команду фундаментального поддерживает Артем Дев, ведущий аналитик брокерской компании Amarkets. И сейчас счет команды 1-1. Рынки позиции, не переключайтесь.